Вітаю вас у ефірі новини Вітебської області у студії Артур Смоляков. 7 листопада – червоний день календара. Беларусь – одиная країна на постсоветской просторе, якая заховала традицію отзначать день Кастрычніцкой революции. Сегодня подеи 1917-х оценивают по-розному. Але нема сумневу у тым, что червоный Кастрычник змянил ход сусветной истории. И напоминай про подеи тых часов побач с нами не только у гэты день. Помники Ленину, памятные дошки, назвы Витебских улиц, у гонор подей и деячу революции. З нагоды дня Кастрычніцкай рэвалюцыі у Віцебску прайшоў урачысты сход. На ім прысутнічалі людзі розных узростаў, якія лічаць, што трэба ведаць сваю гісторыю, памятаць і паважаць яе. Наше пакаленне, конечно, участвовало все время в парадах и так далее и так далее. А вот молодёжь надо, конечно, привлекать к этому празднику, разъяснять им, что свобода добылася большой ценой. Актуальность этого праздника, она имеет место быть и в плане дани уважения истории, и дани уважения тем, кто непосредственно своим участием, как говорится, совершали это дело, и последующие поколения, которые стояли у истоков создания, развития мощного государства, которым был Советский Союз. На мой взгляд, на сегодняшний момент времени необходимо в первую очередь сосредоточить внимание на передаче вот этих исторических фактов, истории нашего государства подрастающему поколению. Я считаю, что для того, чтобы объединить более старшее поколение и молодое, нужно показывать, что сделало старшее поколение для своей страны, вдохновлять молодое, чтобы молодое продолжало традиции, тех самых людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жыхарами у поселку Балбаса Варшанского района отзначил, что червоный кастрычник застается для белорусов святом. Это наша история, ее не перекреслишь и не перепишешь. Але час иде, и треба это свято наполнить иншим сенсом, каб объединять вокруг его молодь и людей сталого поколения, подкреслил президент. У Витебску у молодым микрорайоне Билева расквітнеў Василек. Такую назву атрымаў новый сучасный яслисад номер 113. Для великого молодого района, где живут семьи с детьми, дошкольная установа лепший и чаканы подарунок до 7 листопада. Разом с кіраўніцтвам в области и города у церемонии открытия приняли удел помощник президента, инспектор по Витебской области Виталь Воук и старшиня палаты представников национального сходу Владимир Андрейченко. Подробязности у Юлії Устіновай. На новенький пригожий будинок с васильками двухгадовый Савелій позирая с цікавостью. Хлопчику пошанцевало, дитячий садок вырос прямо под окном. Это очень важно, потому что с утра с детками, конечно, на транспорте не очень удобно ездить, добираться до детских садиков. А когда рядом садик, а тем более за домом, это вообще просто супер. На урочистое открытие ясля у садка собралось шмат семьи с малыми. Дошкольная установа у молодым густонаселенном микрорайоне не просто запотребованная, чаканая. Очень ждали и очень важен. Но это для нашего микрорайона очень маленькая капля в море. Нам надо таких садов как минимум 5-6. Нам пока еще годик, но очень надеемся подрасти и пойти в этот садик. На территории веранды и интерактивные пляцовки. Унутры светлые и просторные покои. Музычная, спортивная и тренажерные залы. Бассейн, студия выявленчего мастерства, сенсорный покой. Новый детский садок – это комплекс на 200 мест. Тут створены самые сучасные умовы для гармоничного развития и выхования особы. Это первый у Витебску детский садок такого узроўню. Тут утульно разместились 11 групп. С детьми працуют каля 30 педагогов. До речи, дорослым Василек дал 70 новых працовных мест. У наступном навучальном годе плануют открыть группу для детей с особливостями психофизического развития. А уже зараз можно приводить у садок малых не каждый день, а по жаданні. Открыта группа короткочасового знаходжання. Родители будут приводить сюда детей 2-3 раза в неделю, и дети будут заниматься в данной группе. А в другую смену дети, с полтора, не посещающие дошкольные учреждения, с полутора лет до трех, будут посещать с мамочками вот эту также группу и адаптировать ребенка к дошкольному учреждению.
Открывать такие социально значные объекты до 7 листопада стала доброй традицией, отзначил Владимир Андрейченко. Старшиня Палаты представников Национального сходу поведомил, что у 2019-м на развитие социальной сферы с бюджету выдаткуют на 10-12% больше сродков. Мы строим социально защищенное государство. И на сегодняшний день много внимания уделяется со стороны президента Республики Беларусь, депутатского корпуса. Вот сегодня мы рассматриваем бюджет на 2019 год. Я хочу сказать, что мы значительно увеличиваем ассигнования на социальную сферу. Это порядка на 10-12%. Это очень важно. Старшиня Витебского облвыконкама Миколай Шарснёв акцентовал увагу на важности будовництва детячих садков и школ у Билева. Новый садок не забеспечит местцами у всех жадающих. Керовники в области и города запевнили, что разумеют проблему и будут вырашать в ближайший час будовництвом новых установ адукации. Мы опять же с помощью Банка развития продолжаем строительство второй школы в этом микрорайоне, строительству еще одного детского садика, туда немножко глубже, микрорайон Билева-3. Зараз у Билева проживают около 40 тысяч человек. В будущем годе уводят в строй еще 9 шматповерховок. Протягнется будовництво новой школы и будет початок возведения 4-го детячего садку. Сдать их плануют у 2020-м, а в наступном годе собираются закласти 3-ю школу. Юлия Устинова, Александр Петровецкий, новини Витебск. Ключы от новых арендных кватер отримали 25 жыхароў Витебска. Усе яны мелі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і ў іх было першачарговае права на аренду кватэр у дзяржавы. Сярод новасёлаў маладыя сем'і, тыя, хто пражываў у інтэрнатах, а таксама супрацоўнікі віцебскіх прадпрыемстваў, якім жыллё прадаставілі наймальнікі. Мне предоставлена на одну однокомнатная квартира. Очень хорошая, 37 квадратных метров, 19 метров только зал, 9,3 кухня, еще какая-то лоджия, где я буду балдеть. Практика коммерческого жилья, она себя очень хорошо зарекомендовала. Всего у нас в городе около 4700 квартир коммерческого использования, различные квадратуры, однокомнатная, двух-трехкомнатная. Вот. Ну и в целом, если брать вот за последних 2014 года, мы предоставили 444 квартиры такого разряда. Новый 40-кватэрны дом по улице Ленинградская, 96Б, был сдаден у эксплуатацию летом. У ближайших планах мэрии уручить ключи от соседней шматповерховки. Социальное жилье тут будуется с притягнением инвестиций Китайской Народной Республики. У Витебску побудуют новый путепровод. Разместится он на месте теперешнего Полоцкого, который связывает улицу Космонавтов с Титовой Ленинградской и является головной полночно-заходней артерией областного центра. Работы тут распачнут 15 листопада. С этого дня рух усих видов транспорту и пешеходов про путепровод будет закрыты. Але транспортного коллапсу не чакается. Выконкамы и городские службы распрацовали объездные схемы руху транспорту. Амаль весь поток, кроме грузовых и транзитных машин, на себе прыме путепровод металлистов. Виктор Пралич протягне. Полоцкі путепровод сёлета отзначил бы 65-годовый юбилей, але 3 года тому его признали передаварийным. Сегодня он является один из основных шляхов, который связывает город с полоцким и городским напрямком проз улицу Титова и Ленинградскую. Нагрузка на магистраль великая. Тут и транзитный транспорт, и громадские, и трамвайные маршруты. Покинуть город без путепровода нельга. Але безпека людей головное, тому улады вырешили не латать мост, а распачать новое будовництво. Термины оптимальные – 4 года и 1 месяц. Первую чергу сдадут в эксплуатацию в 2020 году. В первую очередь строительство предусматривает строительство полотна для движения автотранспортно, полотна для движения трамваев и тротуаров для движения пешеходов. Вторая очередь строительства предусматривает строительство полотна для движения автотранспорта и тротуаров.
За закрыття руху транспорту распрацаваны альтернативные шляхи. У першую чергу для громадского транспорту трамвайный рух по маршрутах номер 4, 6, 8 и 9 отменить увогуле, а сами трамваи пустить на іншие маршруты. Так само будет призначений додатковый автобус под номером 8, який злучить улицу 9 Загородную и Витебск Радштранс. Откорректируют свои шляхи автобусы и маршрутки, шлях яких зараз пролягає проз Полоцкий путепровод. Автобусы большой вместимости. Значит, по дорожным условиям у нас могут пройти только через мост Металлист. Поэтому основные автобусы, основные маршруты общественного транспорта будут проходить через мост Металлист. За исключением, значит, мы планируем двойку. У нас двойка связывается сейчас с Тирасполь и улицей Ленинградской. Мы ее планируем с Тирасполя поведут на Титова, до конца Титова, до трамвайного кольца существующего. И добавить там одну единицу транспорта. И 43-й маршрут, который у нас идет с поселка Кировский до Смоленского рынка, с целях разгрузки моста Металлистов, мы его будем укорачивать до, ну, планируем, по крайней мере, укорачивать до Полоцкого рынка. Специалисты запевнивают, что распрацаванные маршруты не кончатковый вариант. Городские службы готовы выслухать пропановы горожан по организации перевозок по телефонах 33 60 46 66 98 62 22 80 65. Для зручности водителя у автовокзала усталюют специальные указальники, а супрацовники ДАИ будут нести тут штодзённое дежурство. Виктор Пралич, Александр Петровецкий, Дмитрий Котов. Новини Витебск. Витебскую область на республиканском конкурсе «Студент года 2018» представит Мария Савченко. Студентка третьего курса Полоцкого держуниверситета стала лепшей на областном этапе. Конкуренцию ее склали представники ветакадемии, медуниверситета, МИЦО, Витебского технологичного и держуниверситета. За перемогу змагались у нескольких конкурсах. Наш корреспондент Вольга Шмаргун стверджает, что выбрать лепшего сярод достойных жюри было непросто. Еще до официального старта конкурса сёлета началась битва болельщиков. Каждая из шести высших научных установ в области своего лучшего студента обеспечила серьезной группой поддержки. Такой подтримцы хвалявания у конкурсантов амаль не засталося. На передодні яны пройшли праз отбор у своих ВНУ. Критерии жорсткие – высокий середний бал, навуковые досягнения и активный удел у громадском житті. На областном этапе довелося презентовать себе и свою будущую профессию. Обмежаванняў не было. Тому уход ішла мова математичных формул и танцев. Гульня «Святла и теню» и навод авторский рэп. Как говорил великий конфуций, выбери себе работу, чтобы она была по душе и больше не будет работать. Свои первые отзнаки журы выставила еще на передодні за видеоролики, которые все удельники сдымали для конкурса. Оценили креатив и тонкий гумор. Удивил очень сильно Полоцкий госуниверситет. Он в видеоролике задействовал очень много известных людей в Республике Беларусь. Это и Нави Бенд, и Вадим Девятовский. То есть достаточно креативно подошли. Но вместе с тем, вот, ветеринарная академия, они вот так вот именно подошли с юмором к ролику. То есть его смотришь на позитиве, хочется все время просто улыбаться. Усе конкурсы сёлета объединены одной темой – «Моя малая родима». Студенту медуниверситета Андрею Водичу подрыхтовка до творчего споборництва каштовала несколько бессонных ночей. Я подготовил произведение моей землячки Нины Матяш на белорусской мове, и так как у меня достаточно есть навыков чтения, прочтения стихотворений, я надеюсь, что у меня все получится, я удивлю публику этим. Я достаточно успешный, целеустремленный человек, который знает, чего хочет от жизни, и я думаю, что этого достаточно для того, чтобы победить в этом конкурсе. Як перемагчы у областном этапе, докладно ведая Руслан Новиков. Он целый год носит звание лепшего студента. Сегодня пришел подтримать родный технологичный университет и передать гоноровый титул. Замечательное мероприятие, которое дает, во-первых, каждому участнику открыться, показать все, на что он способен. И это такой опыт, который понадобится, мне кажется, даже будущим в профессии, в той, которой он хочет заниматься.
творчыя здольнасці, актыўная жыццёвая пазіцыя і вялікая група падтрымкі дапамаглі сёлета трэцякурсніцы Полацкага дзяржуніверсітэта стаць пераможцай абласнога этапа. Стыпендыят спецыяльнага фонда прэзідэнта Беларусі Марыя Саўчынка пакарыла журы з самага першага конкурсу. Студэнт года, любой участнік этого конкурса, он должен соединять в себе вообще уникальный набор всех качеств. Он должен быть интеллектуально развит, как и творчески. Также я считаю, что большая степень ответственности должна быть, потому что кроме того, что я представляю свой вуз здесь, для подготовки нужно было вложить очень много сил, очень много репетиций, но это очень большая ответственность. У конца листопада Мария представит Витебскую область у финале республиканского конкурса «Студент года 2018». У якости приза переможца отримала подорожжа Таллин, Рига, Стокгольм. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, новини, Витебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -1 плюс 4, днём плюс 7-12. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі, без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +1-3, днём плюс 7 плюс 9.